Приветствую вас. Для начала я рекомендовал бы вам принять личную ответственность за то, что происходит. То есть вам тяжело от того, что начальница относится к вам негативно. Вас это задевает, вас это выводит из, условно говоря, колеи. Вот. А вам это не нравится. Вот. И, соответственно, в первую очередь, то, что необходимо вам определить для себя, это ответ на вопрос, значит, почему вас это так сильно задевает, вот. Почему и из-за чего вас это так сильно задевает, да, то, что, вот, ну, начальница, значит, вот так к вам относится. То есть, как бы, ну, относится, да, и относится. Как бы тут ничего страшного в этом, на мой взгляд, нет. Но вы почему-то воспринимаете это очень негативно. Вот. И надо бы определить, почему так негативно вы это воспринимаете. Для начала. Для начала, да? Это первое. Второе. Никогда не стоит забывать о том, что вы на работе, что вы работаете, что вы пришли для того, чтобы этим, как бы, ну, чтобы заниматься делом, да? Вот. А не взаимодействовать с людьми. Вот. Знаете, какая штука. То есть, вам важно, чтобы люди, ну вот в данном случае человек, начальник ваш, к вам относился определенным образом. И вся суть в том, чтобы понять, зачем вам это нужно. Вот. Это такой момент. Далее. Вам необходимо самой наметить себе четкие и независимые цели, которые хотите достичь или которых достигаете только вы. Ну, пытаетесь достичь только вы. Без этого у вас вряд ли получится что-либо
подкорректировать своей жизнью. Вот. Потому что сейчас, на данный момент, вы просто ориентируетесь на других людей. И все. И ничего хорошего из этого не выйдет. Можете быть уверены. Твоих собственных целей у вас нет. Если отношения с... ну, отношения с... сотрудницей, да? Отношения с сотрудницей влияют на то, как вы относитесь к работе. То есть я вот как раз не думаю, что вы, что вам нравится работа ваша. Вот. Ну, так. Хорошо. Я имею в виду нравится. Вот. Потому что, если бы она нравилась вам, то взаимоотношения с начальником, да, начальницей, вас никак бы не задевал. То есть, как бы, ну это есть, вот так, ну, все, что подъем, что ты подъем. Как бы, да. Вот. А так получается, вас это задевает. Значит, самостоятельным цели у вас нет. Так что определиться нужно еще с этим. Дальше. Все общение. Водить исключительно к значит, профессиональной истории. То есть исключительно к деловому аспекту. Это то, что вам нужно сделать. С этими людьми, в том числе и со своей начальницей, вы общаетесь исключительно только в деловом русле, то есть исключительно по работе. И все. И если она, к примеру, критикует вас за работу, да? Вот. То к этому нужно относиться позитивно, потому что это помогает вам стать лучше, лучше, вы благодаря этому сможете стать лучше, вот. Как бы. Как бы. Ну вот. И, соответственно, уже развивать себя на профессиональном поприще. Вот. Вот, в принципе, так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. С начальниками лучше соглашаться со всем, что они говорят. Потому что, если человек ведет себя вот так, как она себя ведет сейчас, значит, да, вы ей не нравитесь, но с чего бы, почему бы вы ей не нравились,
Вот чего вам ей не нравится? Значит, она видит в вас угрозу. Значит, она видит в вас что-то негативное для себя. Но вы, не желая принять ответственность собственную, взваливаете ответственность на себя. Уже чужую. Как бы. Вот. Понимаете? И из-за этого вам так тяжело. Вот. Понимаете, какая штука? Так что не не стоит брать на себя лишнего. Не стоит брать на себя слишком много. С другой стороны, и вы, скорее всего, обладаете, заниженной самооценкой, вот, раз подобное отношение усиляет вас неуверенность в себе. Вот. Так что я полагаю, что имеют место быть проблемы, которые были, по-видимому, еще до того, как вы, начали взаимодействовать с начальницей своей. Вот, в принципе, такая вот история. И выгода мне видится все-таки формирование ваших собственных целей, работа с вашими собственными страхами и так далее. И вам будет легче. Тогда. Потому что мотивация как-то вот хорошо выглядит, например, перед начальством. Допустим. Она будет гораздо ниже. И вам будет гораздо легче. На мой взгляд. Вот так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я вам отвечу с радостью, буду рад помочь. Желаю вам всего самого доброго.
и удачи.